Блин, я знал, что они существуют. Слушай, они как будто разговаривают, да? Вообще клево. Блин. Офигеть. Где они? Все, блин, пропали. НЛО в Астрахани. Ближе, ближе к фонарю пошла. Мне сейчас от фонаря ее не видно будет, наверное. Смещается, смещается. Да, да, я и говорю, что как треугольник она. Видно, явный треугольник. Три огня получается. Она на камере видна. Вон, она стала опускаться. Хорошо, что с машины как бы снимать можно такие. Потом. Так, сам близко. Вот ориентир, фонарь, кольцевая. Вот она. Кольцо. Оп! Видел? Да, 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 да. Фотографируем. Какую здесь фотографируем? Что из нас снимать? Я говорю, они у нас. А. Думаю, что-то другое. Вот что это? Я не знаю. Ну, самолетов я таких не видел ни разу, не знаю. И так резко и приближается на сближение, самолет не пойдет, наверное. Ну нет, конечно. Может, конечно, наши придумали, Путин не зря там про это... профинансировал. Не, ну реально рассказ присоединилась. Это наш ответ на про. Надо калибр. Грант. Кто, убери. Капец, слушай. Выйди в машину. Приблизь, приблизь, Миш, ближе, приблизь. Ну что это такое? Хуйня какая-то здесь. Не сегодня скажут уже. Разводом тучи. Я же здесь днем не понял, что. Это не самолет. Нет, точно не самолет.
Аэроплан. Это не самолет. Смотрите, не может, это как его, блядь? Комета какая? А все больше и больше. Это, блин, летит. Сюда летит. Не, снимайте, пацаны, на самом деле. Потом, сама попрошата, не заходит, или жара. Не, охренеть вообще, честно. Вы точно не смотрите. Смотрите, 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 смотрите